У спортсменов не бывает каникул. Они не представляют своей жизни без частой физической нагрузки, испытаний силы и выносливости, регулярных тренировок. Ребята без спорта как без воздуха. В новогодние праздники воспитанники школы ИКАР успешно выступили на чемпионате Нижегородской области по легкой атлетике. Вошли в десятку лучших в своих дисциплинах. Кирилл Механошин и Алина Шишкова в беге получили новый спортивный опыт, который оказался им очень полезным. Мария Девяткина дважды стала победительницей на дистанциях 200 и 400 метров. Последние соревнования мне вполне себе понравились, потому что поставил новый личный рекорд, испытал новые эмоции, прибежал с более сильными соперниками. На беге 400 метров занял 4 место. Я соревновалась с ребятами, у которых были такие спортивные разряды, как мастер спорта, кандидаты мастера спорта. Они были все старше меня. Вот. Я была самая младшая, и поэтому 6 место тоже хорошо, но, конечно, я могла показать более лучший результат. Кирилл Механошин в составе областной сборной будет защищать честь и Сарова, и региона. Также ребята усердно готовятся к первенству России по легкой атлетике, которое пройдет в этом месяце. Тренер Марина Мачкаева считает, что для спортсменов важен не только учебно-тренировочный процесс. Соревнования – это возможность показать свои результаты и достижения. Поэтому воспитанники школы ИКАР любых возрастных категорий стараются как можно чаще принимать участие в спортивных состязаниях. Легкая атлетика – это совсем не легкий вид спорта, тяжелый, я бы даже сказала. Но с чем привлекает? Ну, наверное, многообразием. Здесь можно и побегать, здесь можно и прыжкам научиться, и барьеры вот мы делать, тренироваться, учимся, и выносливости можно научиться. Девиз школы ИКАР – учись побеждать. Для получения спортивных разрядов и золотых медалей нужно развивать особую дисциплину еще с малого возраста. Следуя наставлениям тренеров и задавая себе цели, обязательно приблизишься к успеху. В 3 года я пришла в легкую атлетику. Мне понравилось бегать. Нет, мне не сложно. Просто трудно бежать. Когда ты бежишь, тебе нужно задыхаешься, дышать тяжелее становится. Школа ИКАР идеально подходит для занятия любыми видами спорта. А достижения воспитанников секций мотивируют идти вперед и не сдаваться.